времени. Я не знаю, ну часов, наверное, 7:30, может быть. Доброе утро. Димо, я, короче, стартуем. Экспериментирую. Сегодня поедем по интересному маршруту. Горячий ключ, Индюк, через Фоногорийское и Садовое. Там, как оно получится, узнаем в конце. Что, навигатор, поехали. Все, украдите, ребята. Давайте, я тоже. Нормальная тема. Поддержка. Тик-тирик. Из камеры. Ну что же, ребята. Я, конечно, налегке. А на Фоногорийское село? Если на Фоногорийское, то прямо. Привал. Обед. Электро. Что, говорит, мы нашли ее, базу торпедных катеров. Ну что, и куда? Горизонт заморозен. Бассейн. Что, мне кажется, эти застрянут, нет? Сумки. А не, нормально. Далеко там асфальт. Спустя 33 мы на пчелке закидываемся орешками.
приехали, чуть-чуть не доехали, сколько не доехали, не скажем. Но в любом случае дорога была довольно-таки такая, вымотала нас, активно покрутили педали, да. Вот, нашли такую полянку в этом, остановка электрички «Пчелка». Тут у реки. Там, слушай, даже поезд идет. И здесь вот такая вот поляночка. Ставим сейчас палаточку и будем релаксировать. Володя. Дима. Алло. Я. Утро доброе. Ехали-ехали, короче, мы доехали только сюда и дальше никуда не поехали. На этом наше путешествие практически окончилось. Мы также на этой, как его, на пчелке. Ну, сейчас, может быть, максимум дованем до апопостика и все. Октябрь месяц, погодка радует, речка теплая, короче, ништяк. Все-таки двинули до Чина, а пустик погнали, но ловим моменты, улыбаемся. Чуть до Чинар мы не добрались. Вернулись назад, 1740 километров, сейчас пойдем. Решили помыться, привести велосипеды в порядок. У Олега все хорошо и все плохо. Он не доехал до Чинар. Теперь он нас тихо молча ненавидит. Димон развлекается, короче, блядь, в воде. Ты покажи, как ты яйца моешь. Напоминаю, октябрь месяц. Вот. Надо держать чистоту. Все, навели порядок. Так вот и живем. Катались, ништяк, вымыкли до чертиков. Покатушка почти удалась на 50%. На 50%. На 30%. На 30%. Вот, в общем, довольны. Вот. Съели все, выпили все, как планировали. Ну, в общем. А что, как там все идет? Ништяк. Всем пока.